В крупном торговом центре Твери проверили соблюдение антиковидных мер. Сотрудники Роспотребнадзора, Министерства по обеспечению контрольных функций и полиции посетили магазины и выписали предписания тем, кто не соблюдает ограничительные меры. В рейде поучаствовала и Наталья Чекет. От пандемии коронавируса устали все. Многие хотят вернуться к привычному образу жизни. Но пока расслабляться еще рано. Только за последние сутки в Тверской области подтверждено 293 новых случая заболевания. В связи с этим усилен контроль за соблюдением ограничительных мер. В этот раз сотрудники Роспотребнадзора, Министерства по обеспечению контрольных функций и полиции отправились в торговый центр «Рубин» в Твери. Вначале сотрудники проверили зону фудкорта. Ведь зона общественного питания – одна из самых распространенных услуг. Здесь всегда есть люди. И вот первый недочет. В одном из кафе состав антисептика для посетителей не соответствует требованиям. В этом антисептике я, к сожалению, не наблюдаю какого-либо спирта или иных составов, которые могли бы дезинфицировать руки человека. Также оказалось, что журнал учета дезинфекции и уборки, а также термометрии не соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. Я в любом случае вижу, что вы говорите, немножко оно не соотносится с рекомендациями. То есть уборка и дезинфекция, она проводится каждые 2-4 часа, о чем соответствующая пометка в журнал делается. Я так понимаю, что вы проводите, вот, с ваших слов, только утром, по крайней мере. Генеральную уборку у вас, вы сказали, раз в неделю, а, соответственно, обычную уборку вы сказали только утром. Каждое утро. В свою очередь, во время проверки представители Министерства по обеспечению контрольных функций замерили расстояние между столами. Согласно требованиям, сейчас оно должно быть не менее 1,5 метра или необходимы защитные экраны. За нарушение правил предполагается административная ответственность. Следующей точкой рейда стал кинотеатр. Здесь проверили соблюдение мер безопасности при рассадке посетителей в зале кинотеатра. Видите, у вас возможность приобретения подряд билетов. Соответственно, основным губернатором 16 рублей. Мы пришли с одной семьей, мы делаем один заказ, позволяет купить. Если мы сейчас купим и сразу же вы захотите купить 9-е место, оно будет заблокировано. Каких-либо нарушений обнаружено не было. А вот магазин обуви, который проверили представители ведомств, работал с несоблюдением антиковидных мер. На полу не оказалось разметки, отсутствовали антисептические средства. Было зафиксировано, что не проводится дезинфекция в течение 2 недель, как заявили нам продавцы, и не предоставлены журналы уборки дезинфекции, журналы термометрии, что может говорить о том, что данное мероприятие магазином не проводится. Это является у нас нарушением, мы это зафиксируем в соответствующем акте, и в дальнейшем будут приняты меры. Эксперты Роспотребнадзора выписали нарушителям предписание. Ведь цель профилактического мероприятия была не штрафовать, а указать на недочеты. В связи с ростом заболеваемости необходимо тщательно следить за соблюдением соответствующих правил и норм и прекращать распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим наши мероприятия будут продолжаться. Мы будем проводить в дальнейшем мониторинговые мероприятия, также совместные, и заденем остальные торговые объекты, которые будет возможно. Конечно, наиболее частыми нарушениями до сих пор остается несоблюдение масочного режима среди посетителей, в единичных случаях среди сотрудников торговых точек. А нарушения среди организаций – это отсутствие разметки для социальной дистанции, обеззараживающие средства, журнал термометрии. Однако, по большей части, предприниматели соблюдают рекомендованные правила.